Попку. А, ну. Да. Не, не, ну все, все, все. Мне уже. Тимоти, это такая задача, ты должен услышать. Открывай его голос. Оп-оп-оп, три мины прыгал. И сразу же пул делаю. 47-я, 17-я секунда. И веду вверх. Это самое важное. Что, мне абсолютно все равно, что происходит с этим магом. Его невозможно убить, у меня есть вторая фласка. Чуть не умер. Его невозможно убить. Ну, он не... Всем привет, с вами Шуха. Это третий выпуск рубрики, в которой я отправляю хай-ММР игроков, стримеров и ютуберов на проклятый аккаунт с мотом, на котором около 4000 ММР и 1200 порядочности. Понятное дело, все гости будут играть не на кор-ролях, а на саппортах, и их задачей является довести свою команду до победы, но не все так просто. Вся сложность в том, что на аккаунте мод из-за низкой порядочности. И выдавать какие-либо колы или же советы не получится, а также играть на якобы пятерке, а потом фармить и в соло тащить тоже нельзя. Нужно именно выполнять задачи своей позиции. В этом ролике примет участие Мамай, у которого что-то между 7 и 8к ММР. Сам он является тренером по доте. Кому интересно, все ссылки в описании. В общем, он сыграл пару игр на саппорте, и давайте же посмотрим, что из этого вышло. Фарми скины на сайте opa.dota2.com. Море увлекательных игр, отзывчивая техподдержка и прозрачная система выплат ждут тебя. Заходи на сайт, вводи промокод и выигрывай. opa.dota2.com. Твой личный мидас в закрепленном комментарии. Много апнули, это было очень, конечно, фигово. Нашел. Че, я могу играть? Мне, я хотел поиграть на Оракуле, либо на Инчи. То есть можно. На ком хочешь, без разницы. Главная задача не брать, знаешь, Фурика и таких героев, на которых ты можешь засолить втихаря, да? Как бы, я могу на Оракуле Дагон собрать, если что? Дагон? Да собирай, что хочешь. Главное, чтобы ты играл именно как саппорт. Я на Оракуле, все, Гуччи. Ну-ка, неплохой пик, на самом деле, против них. Сразу пулю до танга. Четыре... Так, закупаюсь, феррик нужен будет. Две фласки куплю, в случае чего, если я буду слишком плохо размениваться против пуджа условного, то две фласки вообще кайф купить. Ну и вот так закуплюсь феррикой, чтобы переиграть чела и... Байтить тупо, что... да? Да-да-да, если что, выжить в каком-то моменте. Так, мы префайером воем курьера. Да, ну как кто-нибудь еще вывел, кроме себя, давай проверим. Давай-давай, посмотрим. Ну, морфинг выводит. Всегда скилловые игроки. Вот так вот нужно немножко, все. А, морфлинг, по-моему, куда-то вообще увел в другую сторону его. Да вроде нет. А он... Бывает, ну бывает, ничего. Night Vision теперь стал ночью, и супер тяжело контролить руну. То есть ты не видишь вражеского хайграунда, и ты не можешь пойти сюда подворовывать руну. Потому что если, ну, днем, как раньше было, ты видел вражеский хайграунд, ты мог сказать, о, тут два героя. Пойду на вражескую баунти заберу. А здесь вот не получится, когда будет рандом полный. Поэтому в большинстве случаев лучше идти в бот на саппорте и делать какой-то ФБ. Потому что это самый лучший вариант развития событий. А так, тут супер впадло контролить руну. Опасно, тем более против пуша. Поэтому лучше поставить АФК и попинговать на деревья. Мужик, сруби, пожалуйста. Но писать ничего нельзя. Да, maybe на топорик покажешь, типа. Да, о, сделал. Сюда. Ну попробуем подконтролить баунти. Ну это вообще ошибка будет. Хотя у него вином, он хочет быть ультрапауэр. В него заряжаю. Так, хукать будет? Угу, да. Нормально, очень хорошо развели. Хоть и баунти не забрали, но сойдет. Все, буду сейчас звонить пуджика. И можно даже пуджа убивать, он свинья вообще легкая. По итогу, что чел на антимаге взял вином. Да, лайн у вас легкий, по факту. Не поспоришь. В себя даю. Ого. И ухожу. Да, неплохо. И у меня две фласки. Вот. Ренша законтролил, мужик. Отлично. Не денайбл вроде. Угу. Ну, сейчас будет. Хорошо. Ну, сейчас будет отвод сделать. А, там крип умрет или не умрет. Я не успеваю. Я хотел просто прям первый же стак сделать отвод. Вроде успеваешь? Успеваю, да. Ну, поэтому. Опа, да. Вардецкий стоит, походу, или что-то. Вот узнали все. Если куплю себе два мангора, чтобы прокастов больше давать, больше урона было. Сейчас 47-я. Ну, ночью, кстати, прикольно то, что до выхода крипов ночи ты можешь спокойно завардить, как-то красиво, и тебе даже не спалят. Где-то что-то такое вот сделали организовать. Отводик. Да, вроде пошли до конца. Конечно. Иногда, кстати, разворачиваются крипы. Это вот чел очень сильно сейчас руинит, вообще максимально.
То, что он вообще будет много хп терять, и линия будет антимага пушиться по итогу, а я вторую пачку отведу просто. А, вот так вот решили мужчины. Интересно, он сведет ее со своей пачкой на цемке? Ну, он пытается, ничего не получается. Он сейчас умрет, может умереть. Хотя, если уйдет под башню, то все, паску сбить. Я обязан это был делать. Ну, тебя не убьет никак. Да, все равно, тангас есть, все. Где-то вот в этой точке должен быть опс. Да, что, где-то есть у них. Потому что чел узнал. Опа. По кайфу. И сразу же пул делаю. 47-я, 17-я секунда. И веду вверх. Это самое важное. Что, мне абсолютно все равно, что происходит с этим магом. Его невозможно убить. У меня есть вторая фласка. Чуть не умер. Его невозможно убить. Ну, он не может умереть. Что у нас там с пульжом? У него коготь. Наставляем фраг мужику. Пуш с этим когтями от фейзов? Нет бы ЧМЛ купить, либо сапог. Да, на броне еще не такое лучше взял. Как обычно делают хардовые пуши. Кольцо протекции. Делаю пул, линия пушится, и в кайф, ну, не, вообще тяжело стоять, поэтому... Я вот, моя задача просто отводить, все. Вот, у меня антимага левел 4, это вот то, что я должен делать на саппорте. Таким образом, он будет сильнее, чем если бы я с ним стоял бы эксплуировал. То есть, мне левел 4 ничего не дает, и этому челу левел 5 дает просто очень много. Поэтому... Ну, это проблема, знаешь, тут, конечно, ну, типа, это хорошо, ты рассказываешь, потому что многие люди как бы просто стоят и поэтому... на таком рейтинге вместе с Керри, да, и думают, что вот надо, это нормальная тема. Ну, придется это на доверие с ним играть. Я, бля, хочу ему сказать, что я барона забираю. Ну, он вернулся, сейчас бумер, кстати, если не вернулся. Тайминг покажу, что я тут. Мне сапог одет, я могу порисковать немного, самое главное, развернуться сейчас с сапогом и пойти вот сюда вот. Минус курица, да? Не пошел за курьером. Развел. И вар поставлю такой вот. То есть это все по таймингу, чтобы перемещение было. То есть я заблочил кэмп. Потенциально он долго будет стоять в вар, потому что кэмп еще долго не будет фармить. И можно будет под мид выйти, если что. У нас сейчас много героев здесь. И вот мужик на МК ошибается. И вот можно вот подсаппортить будет. Опа, мое. Да, неплохо. То есть все разделяется по таймингам. Если вы будете все делать ну, с головой, то не будет никаких проблем вообще по игре. То есть самое главное, вот действие понимать. Баунти руны законтролить, руна активку на 6-4 законтролить. У меня не получилось это сделать, потому что у меня задача вот все равно охранять мужика. Но пока он тут справляется, то есть перед тем, как пойти на баунти руны, я сделал отвод. И линия идет к нему, и он находится в безопасной зоне. Так что я имею полное право идти делать все, что хочу на карте, ровно 30 секунд. Вот линия ломается, вот тем более он сейчас ошиб... А. Может не под ПВС? Пуджа ждет, а я боюсь. Да, уже. Да, хочет под Пуджа сыграть. Вот. А так? Там тильт уже, тильт пошел. Надо типнуть мужика. Все. Пол победы уже готова. Я, кстати, могу его убить даже, засолить его. Давай. Третий левел взял, можно. Не хватит вроде. Ну, если пару ударов сделать... А, ты же сапогом. Да, я имею право подавить. Ну, если было вижен на ХГ, можно было убить. Не успею нажать еще один. Вот так вот взорвем. Мне все равно, друг. Я кнопки умею нажимать. Фейрики. Ой, добьет, да? Не, я сапог решил. Отлично. Еще один герой сюда пришел. У меня тут есть ветка. А я не успел. Я не успел, кстати, прочекать. Кто поставил опс? Антимаг поставил. Опс. Антимаг. Да. Он решил, что это важно. Фласку я ставлю, и буду нажимать, все равно на базу пойду. Вот, здесь в этой игре неплохо было бы купить гримерочек, потому что слишком много героев, которые будут давать, поэтому сделаю аркана гример. Так, все, кач идет. Вообще, вот в идеале, прийти сейчас по 10-ю в бот и запушить линию, то есть вместе с катапультой, потому что у меня будет герой с книжкой, и катапульта на 10-й минуте выходит, и то есть я могу где-то подсейвить, где-то можем передавить, тем более не будет хорона сферы. Но я еще должен такой же самит, просто обязан. Странно все выглядит. Да, очень как-то. А че, он не хотел убить? Ну-ка, давай. Оп, левел доутал.
Еще один килл. Морф передавил. Не дотянешься. А книгу он забрал, да, успел? Я тебе о чем и говорил, что... Это еще не факт, что книгу... Да что это такое? О, нормально, живем фласочку. А кто книгу забрал, мне прям интересно. Ну, мог бы даже кор забрать, скорее всего, возможно. Вот, мы разгадали этого. То есть очень важно понимать, что вам ультимейт очень много дает, поэтому где-то уровень придется и добрать. То есть Войд без хрона, он мне ничего не сделает. Даже если нападет, если что, второй скилл давлю. Где-то помощь нужна на другой линии, но я обязан добирать левел. Я без него... Не, ну у тебя ТПХ есть еще. Ну конечно, я же пешком прихожу. Нужно, наверное, обсиды купить. Угу. Наверное, зря я нажал, надо было попозже. Я зря на него ульт дал. Очень, да. Я очень плохо все нажал. Он по итогу умрет, честно. Он пусть тут дохнет. Я был не уверен, что он нажмет кнопки. Ну, обезьяна, кстати, его видела. Ой, байбек. Обезьяна, кстати, его видела. Пусть что же. Очень странная динамика игры. Это все байбекуются. Да, вот я все скик, на котором МК спалил морфа. Угу. Морф байбекнулся? Да, епучше. Ну, это то, что я плохо все нажал. Это типа, ну... Я мне уже было все по-другому нажимать абсолютно. В боте вышка падает, гриф нажимаю. Ну все, они сделали зеркалку, это вообще круто. Слушай, очень редкость для 4К, серьезно. Да, это они прям зеркалку пошли сделали. Это очень круто. Поставлю такие вот апсы, хоть и плохие, но если сейчас вокруг них играть, вообще все равно какие. Самое главное их протектить сейчас. Вот, это плохие апсы, вот я поставил, а сейчас сразу пошел раздевардил. Да, реально. Ну же тяжело. Возможно, на лестницу на Т2 можно было установить. Можно было. Вряд ли сломал бы. Можно было вот сюда вот вард поставить. Чуть глубже. Можно было сюда. Да, вот сюда, вот сюда. Вот сюда вот можно было поставить. То есть все варды я знаю, куда ставить, я же как бы. Тренер. Тренер, что ли? Да. Понятно. Как тебе палочка по троим? Хайповая. Ну, он все равно умер, так что кайф. С башером на ворсе подкатил. Неплохо, минус 4. Он успел врубить. Да, какая разница, я все равно стою вне хрона. Да, воет в тильте. Следующий. У меня ульт есть. ГГ, ФК. Ну вот и все. Вот и все. Всем фласки, всех отхилить. Как вы заметили, первая игра была достаточно легкая. Слабая линия у врагов, команда хорошо сыграла, сам участник все сделал круто, внес большой вклад в победу и получил лучшего игрока матча. Ну что ж, давайте переходить ко второй котели. Понял. О, нашли вторую катку, отлично. Да, давай, давай. В Пенча поехали. Тут это... Течка, бочка, сюда. Опять. Ну ты, кстати, неплохо так контрпикнул течку. Можно сказать, мины будешь своими зверьками. Самое главное, что у меня не прыгал и вот не додумался, что делать. Если сейчас нормальный милишник кири будет, типа, агрессивный. Который. Даже тролль, сейчас тролль супер сильный. То есть он возьмет с Вейна, он проиграет игру. Расскажи, какой план действий на ближайшие 5 минут у тебя? Что-то сейчас вообще, делать? После баунти мне нужно купить манго и сентри, если у меня совсем плохая игра будет. Ну, то есть, если бы. Если заблочит кэмп, я куплю сентри себе в любом случае. Даже в любом случае куплю себе сентри, она пригодится. А манго, чтобы можно было ману восполнять, в случае чего регенится. А так, первая минута я АФК, с первой минуты уже прям иду и с крипом фармлю кэмп, выхожу с крипом, убивая милишника, любого абсолютно. То есть хоть сейчас убью. Самое главное, чтобы чтобы Свен понимал, как рапит сейчас. Это, во-первых, нужно купить себе рейндропы после третьей. И грызть очень-очень много веток. Потому что если чел будет прыгать вот отсюда из навижена, это будет для него плохо. А если он прогрызет там 4 ветки, он будет видеть, что он прыгает, и просто должен случить чего. И с этой стороны то же самое работает. Поэтому как играть против Тента, как играть против Марса, вы просто жрете ветки. То же самое распространение синтетического. Поэтому топорик не в кулдауне почему-то до сих пор. Ну, в кулдауне. Ну, слушай, тут чуть другое понимание игры. Поэтому... Вперед! Пуш пятерка, четверка Тичис, Андерлорд. То есть два героя, Тичис и Андерлорд, которые не хотят идти на линию, на руну. Поэтому просто забираю у них руны.
и все. Я почти уверен, что течи просто сейчас минируют лес где-нибудь. Я почти... А, он а, в боте. Ты думаешь, это не тот текис, который этот... А-а-а! Тримины хук, понял? Не, просто... Это что же... А, они хотят фулл фрифарма обеспечить своему керри, я так понимаю? Я вообще ничего не понимаю, что в этой доте. Ну, вот этого по лицу можно побить пока что. Да я даже не смотрю на эту камеру. Мне не интересно, что в боте будет. Я мужика на андроиде вообще крипом не подпущу сейчас таким образом. И раз уж он тут один стоит, я видел вам курьер. У меня еще кура летит к 100. Курьер, курьер, ну-ка, ну-ка. А, опа, вторая пачка рягается уже. Не, ну это... Это плохо немного. Ну ладно, ничего страшного. Он даже тут ветку не прогрыз. Ну что за керри? Ну, он, наверное, думает, тангус есть, сам прогрызешь. Ну, он вас пикнул, никто конечно. Не заблочил. Да, да. Берем крипа, фармим быстро кэмп, вызываем скелетонов. И уже пойдем сейчас душить мужика на андерворде. Надо пингануть будет ему. Как раз крипы по таверам, покомфортно ему будет подойти, если что. Плюс-минус. Ну, торопиться надо с сеткой. Блин, сейчас можно заблочить его как-то. Да, если закроешь. Все да, все да. А что, у него топорика нет? Он растерялся, да? Да, у него танго. Ну все, оформили ферстблад, тупо на скилле, как говорится. И вообще, по таймингам лучше всего идти сразу же стакать. То есть у вас, по идее, вот себе... Не успеешь. Да, тут не успеваю. Надо скелетов отвести. Ну, второго крипа я такого возьму. Это вообще самый имбовый крип. Бесспорно. Из легкого компа. Я там крипа зафалил скелетами случайно. Этот крип нереально душит, конечно же. Вот, и пока мужик там отдыхает, я сделаю отвод. Пуджи это в смоке. Шо? Пуджи это вот в смоке. Пуджи в смоке, соло. Опа. Так, осторожно. Он в крипа нажал первый скин. Дружище, он сейчас умрет. Да, сейчас андерлордом очень удобно выпуливать. Ну, он, кстати, подпушивает линию. Да, им удобно выпуливать очень. Но он не успевает, нет, не успевает. Хорош на своей, быстро ротацию сделал, среагировал. Хадукин? Да, да, я постелюсь. Все равно это будет последний, поэтому. Можем? Вот так вот, берешь инчу, далеко, ребята не влочат лес, и просто бьешь. Ну и нет фласки, поэтому сейчас это идет. Но у меня тоже, у меня есть фласка. Сейчас надо самое главное включить. Ну сейчас закатишься еще разок. На 60 секунд есть, поэтому еще буду веселиться. Да, я не хочу играть. Вот так вот быстро сдаваться. Она того не стоила. В поисках мин. Что, говори меня, я СДСФ потерял, чтобы убить Пуджа. Я не знаю, пачки 2, наверное, потерял миду. Опа, нашли все мины. Не все, сейчас еще одну сам сломаю. Я не понял, что стало? Блин. А, еще одна. Как-то по-другому они показываются? Оставь меня, пожалуйста, я шестой апну попробую. А за что так много? Может, они чекнется. Оп-оп-оп-оп. Ой, тебя засейвили. На скиле? Оп-оп-оп. Ну это уже было сложно. Почти от всего вернулся. Почти сыграл как Нео. Немного не получилось. Последняя пуля настигнула тебя. Че поделать, ты герой души. Нужно опс купить. Что мне не видно эти часы. И потеря у нас в контроле быстрее. О, что это такое? Руны, руны, руны. А, он сам заберет меня из спирите, я думаю. Меня. Должен забрать, по крайней мере. Так, СФа загангали миду, походу. Угу. А, невиз прожал. Отлично. Дуем, дуем. Убьет тебя третьим левым суицидом, вторым точнее. Не, ну у него не будет второго левого суицида, я не верю в это. Вот так сейчас мы убьем его. Куда собрался, красавчик? Ну все. И сейчас вот рейндропы, и я бессмертен, вот просто. А так, Солочь собирает ПТшку и просто душит челов с Драгонлэнсом. Да, да, я точно так же сделаю. Многие так делают, блинная пятерка. Вот, а так... Сэлари тоже. Не, хотя Сэлари по-другому играет, через Глимира вроде. Ну вот, я тоже так люблю, но в этой игре придется делать ПТ-шечку и душить, потому что на корах, как говорится... Курубил. Минерчик.
Сейчас самое главное... Надо затянуть. ТПшниц, наверное, сюда куда-то. Пауза от минера подъехала. Ну, вот так вот. Ты тоже готовься, когда будешь этот подорванным? Залетит пауза. Ну так вот, я не выполняю свои функции, правильно? Получается, по итогу. Оп-оп-оп. Ну что я могу поделать? Не знаю, но на тебя уже что-то наезжают. Плохой игрок получается. Получается так. Оп-оп-оп. А, ну... Да! Не-не, ну все, мне уже... Тимоти, это такая задача, ты должен услышать. Открывай его голос. Подтверждаю. Открывай голос. Я открыл. Ты что думал, все так просто? Я думаю, что стоит там. Ой. Ну ладно, мейкап и все. Я бесполезный, он мне сказал. Что ты мне предлагаешь делать, ему, уёбище, скажи мне, ты худший на земле. Ты пикаешь, блядь, подземелью ЛК у харду. Где мозги нахуй есть? Слушай, он на всех наезжает, что-то. Все плохо играют, все плохие игроки. Да. Ну как я должен против этого играть? У меня СФ с ПТшкой, вышка в топе сломанная. В боте бы сломал вышку сломать. Ну, в миду тоже сломанная вообще. Вот то, что я до сих пор не освоил, то, что мне нужно было пойти под пятую минуту сломать вышку в миде. Но там было три героя. То есть я мог по десятую сломать вышку в боте, но я должен был добардить свой лес. Игра идет не так, как хотелось бы. Потому что приходится вот этой фигней заниматься, ставить варды, когда я должен пойти просто в их лес и все. Развернись, давай, красавчик. Бегает на 10 хп, 10 хп упал. Ой, инвокер. Чё, бьёт? Ну всё, пару пап. А, он сдался, что ли? Не, он кнопки жмёт ещё. Надо было книгу съесть, выжил бы. Чтобы да, вышку сломать. Честно, пропадает нахуй желание, да, вот и хуйня. Ничего страшного, играй просто и все. Ну ебать, чё ну там? Сука, это ж пятерка уебищная. Где ее, блядь, мува пятерки? Где, блядь? Мува пятерки, где? А, ну. Где ты мува? Я просто в школе оставил. В школе. Я после школы пришел, что-то. Ну. Я долбоёб, чего-то не понимаю. Похоже на правду. Так, все, уже начинается. Переквалификация. Да, самокритика пошла. Поставлю хорошо. Такой офс, поставлю такой центричочек. Ага, нету ничего, ну все. Не получилось. Пауза будет мне? Да ладно, я пятерка, я раздефизил, все. Импакт есть. Фух, ну хотя бы я. Я вообще доволен. Немножко минер поторопился, мог троих взорвать, или двоих. Не, ну я вообще доволен происходящим. У меня освоение супер огромный. Вот из-за того, что я все хорошо сделал. Да? Ну, и он, конечно, заслугу имеет, но... Линия хорошая для него. Я все заслужил. Подожди. Я все здесь сделал. Не, ну Сэфи вообще какой-то просто, ну, голый. Мужичок, где шмотки? Не показывай его Заку больше, пожалуйста. Покупает и разбивает. Он же там что-то рассказывал вначале про Сэфи. Устраиваем кач. Пошел. Свой он что-то там нажал кнопки. Свой нажал кнопки. Я это услышал. О, гони, нифига себе. Ага. Доджи Мурсу. Хотя на силу. Да, даже, кстати, даже контрит. Но она контрит ничего. Да, это я зарубки. Хочу играть просто. Соберись, дружище. Ой, боже. Не дрались, я фармил мидас, мне надо хоть как-то камбэкаться. А, у мидас на фарме. Вы дрались, я фармил мидас, мне надо хоть как-то камбэкаться на земле, на героя, на которого шмотки почти не нужны. Не, у чела на урсе просто
дохуево. Очень много, да, еще Егис. Тебе вообще опасно где-то появляться на Вижене, моментально можешь отлететь. Даже не знаю, что тебе делать. Глиммер, наверное, покупать. Да вообще форс нужен против этого героя. Бам. Пошел камбэк, все. Жаль, что Свен против Урсы вообще не работает. Смотри, что Свена устала. Давай, Земелья, ну нажми кнопки свои в этот раз. Нажал, все по кайфу. Тамины. Нужно уходить с файта. Бэк. А Земелья осталась? Не, ухом. Не, ушел. Оп-оп-оп, 3 мины прыгал. Такого я давно не видел. Сколько так спит? Слышишь? Вернулся. Да ты что это? Нет, тут можно просто выйти из игры. Учила линза, но тут же... Ладно. То, что я до этого видел, все это вот. А почему он покупа не купит? Это был шок, я давно такого не видел, серьезно. Это было очень жестко. Первый луз. Делать. Да что ты можешь ему сделать, как говорится? Все, я понял, почему. Все, у него кинток сзади. Не, когда эта игра закончится, я просто не понимаю, но челы слева очень сильные, почему они не могут пойти и закончить? Так как много слотов у этого чела. Да, вообще. И он прыгает в него. Не, ну, реально, получается, на ничейной земле позор. Второй в него входит просто. То есть это боты сложные, да, за меня? Или боты легкие? Не, но игра была классной тем, что вот я увидел тот момент, как СФ залетел на 3 мины, только вставать. Это было жестко. Но и СФ, ну, я не знаю, супер слабый. Почему-то Лего про него ничего не говорит, но СФ максимально худший, по-моему, в команде здесь. Оп. Трончик упал, все. На СФ типа вообще просто, он ничего не сделал. Просто башня с 14 минуты, ну так... А у тебя что было с 14 минуты? Ну, у него там 16 минут, у него было типа... 17-й ПТ Дагер. Да. Эй, ПТ Юл. ПТ Юл, да. Все, без Дагера.